Так, система Ниппель, девочки и мальчики. Эврика, или как хотите, так и называйте. Делаю молоко миндальное. А все вот так вот руками-то все равно не выжать. Купила специальный мешочек, все, но специально не выжать. Так вот, что я сделала, видите, привязала к дверям. И вот так вот все у меня стекает. Ну, пусть стекает целый день. Такое молочко вкуснейшее просто получается. Ванильки добавила финика. Парочку, прелесть. Вот видите, мой новый этот блендер, мой новый джусер. Мы теперь сок пьем очень часто. Джусер, все, сейчас буду мыть. Вот так. Показывать не показывала, но как-нибудь покажу, как я это делаю. Да все знают, как это все делать, что там показывать. Покажу, так скажут, что ты хвастаешься. Ой, девочки, я готова делать сок. Сейчас включу машинку мою. Такая вот у меня машинка для сока. Пьем мы сок теперь каждый день. Мне написали там, что нужно разбавлять с водой свекольный сок. Поэтому свекольный сок или свекольный сок я теперь просто разбавляю с овощами. У меня огурцы, сельдерей, свекла, лимон, джинджер, морковка. Вот на сегодня у меня вот такой сок. Это все очистки у меня. Так. Ну что, начнем? О, мой goodness, that's a lot of stuff. Винсент увидел. It's not really much, actually. I think it's gonna be just like that. Вот видите, я приготовила кувшин. No. No? You think I should? Mm. Mm. Говорит, почему помидоры туда? Я помидоры не хочу. Ладно, начинаем. Да, пожалуй, стаканчика этого не хватит на сок. Ладно, кастрюльку будем переливать, когда будет нет, не будет места. Да-да-да, девочки, я знаю прекрасно, что морковку лучше нормальную почистить. Ну, мне сегодня лень, поэтому купила уже чищенную морковку. Ну, вот как-то так. Зажимаем пальчиком, чтобы не капал сок. Посмотрите, какая прелесть. Это же что-то. Что-то с чем-то. О, Винсент уже пришел. So, you want a juice? Yeah. It's not ready yet. Okay, when it gets ready. Yeah.
Так как у нас места мало в стаканчике, я пока переливаю в кастрюльку. А потом мы сейчас по стаканчику жахнем, и места хватит и в стаканчике. Так, короче, соковыжималка забилась уже полностью. Там от этого жмыха нужно почистить, потому что мне остальное будет никак не сделать. Так, сейчас я вам покажу, что там вообще в этой соковыжималке, да? Ну, во-первых, вот в этой крышке, которую я сейчас прям открыла, да, смотрите, она полностью тоже тут забилась вся. Я даже смотрела на интернете, что можно сделать из этого жмыха. Там делают какие-то супы. И один раз я сделала суп, но никто из нас так есть и не стал. Я его вылила, поэтому я это все выливаю. Если, девочки, у вас есть совет, что вообще вот из этого можно делать, я с удовольствием попробую. Я просто не знаю даже, что может быть вкусного из этого всего. Так. Ну и здесь, смотрите, здесь полностью все забилось. Полностью просто, да, вот это. И это, конечно, надо все выкидывать. Сколько добра пропадает? Наверное, кто-то скажет. Наверное. Наверное, девочки. Спорить не буду. Так. Это дешевенькая очень соковыжималка. Поэтому даже не буду советовать никому ее. Хотя оставлю ссылку на Amazon. Она недорогая, но она очень классно делает сок. Поэтому, если кому надо, купите. Вот если вот так не сделать, то она, конечно, работать не будет. Обязательно надо все, чтобы было по местам. Ставлю стаканчик. У меня немного уже осталось овощей. Я даже яблоко в этот раз забыла купить без яблока. Обычно зеленого яблока еще добавляю. Начинаем. Ну что, девочки мои, все, сока много на самом деле получилось. Я вот этот вот сок, вот этот, я выливаю весь в кастрюлю, чтобы его перемешать вместе. Ой, вообще такая прелесть. Сейчас Винсенту налью, сейчас перемешаю. Сейчас перемешаю этот сок, чтобы он весь был перемешан. Вот, и сейчас Винсенту налью стаканчик. Что он скажет? Ну-ка. Ядрененький такой, знаете, с этим, с имбирем. Винсент! I have a juice for you, come over. Сейчас я ему налью стаканчик.
Ему налью, себе налью. Себя не показываю пока, чтобы зрителей уважать. Вот, поэтому сейчас я сюда сначала налью, чтобы удобно было наливать стаканы. Винсент! Не знаю, где он. Так, пойду поищу. Ну что, Винсент у нас на улице был. I'm gonna stay sit there. I'm gonna give you a juice. I'm not gonna show myself because I'm not having makeup. Ой, какая прелесть, девочки. Господи. You like red wine? Yeah, I know you do. Okay. Так, Винсент усок. Помидоры у него. Все подряд. So, you try and you tell me how you like this juice. It's good. You feel ginger? Not that much. No. I think it's a little bit spicy from ginger. I don't put apple today. It tastes good with apple. A lot better. Okay, but it's carrots, celery, ginger, lemon, and cucumbers. It's actually good because it's not too much overpowering with the lemon. Yeah. And the ginger's just right. Mm-hmm. Maybe you could have some apple. That's okay. You can be without apple. Maybe next time with tomato. Может быть, с помидорками сделать. I can make for you tomato juice if you want. Yeah, I like tomato juice. Что я делаю вот с этим? Мне девочки спросят, наверное, ты что ж раковину-то все? Потому что в раковине у нас есть disposal называемый, что туда можно все вот так вот спихивать. Водичку полил, включил, и оно все это перемалывает. Надо немножко помочь, конечно. Видите, следующая порция. Это я показываю тех, кто не знает, потому что знаю, я уже предвижу комментарии, где напишут, что ж ты в раковину, да разве можно? Да. Такое мы делаем только в раковину. Все супы, которые остаются, мы сливаем в раковину. Можем в унитаз, конечно, но до унитаза идти далеко со всей кастрюли через весь дом. Поэтому все делается вот здесь. А Винсент у меня допивает сок. Очень вкусный. Сейчас я буду пить. Very tasty. I like the celery taste, but I like celery. Yeah. Сельдерей вкус очень вкусный. Посмотрите, целая у меня бадья, все убралось. It's too full, anyhow, so it's too full. Говорит, слишком много. Давай, дай мне еще, говорит. Oh. That's enough. You cannot drink that juice that much because it's not good for you too. What do you mean? It's for your stomach. Its stomach can be, you know, upset. Doesn't upset me. Расстройство желудка же может быть. Это мне так написали, по крайней мере. Ставлю. У меня, видите, там молоко. Вот я только что его перелила. Просто вот из этого стакана большого я перелила молоко вот в ту вазу. Но сейчас буду еще на молоке что-то делать. Или просто попью молока. Все. That's really good. What you supposed to say? Ставьте лайки. Yeah, ставьте лайки. Сок просто изумительный. Пьем мы его на голодный желудок. И с утра. Сейчас утро. Сейчас 9. Нет, 10 уже. 10 утра.